О великом подвиге народа помнят по всему миру, во всех уголках России, конечно, в нашей республике. На торжественный митинг у памятника участникам Великой Отечественной войны вышли сотрудники предприятий Тукнуйского региона Сибирской угольно-энергетической компании. Эмоции, конечно, перекрестные. Во-первых, это скорбь, конечно, неимоверная скорбь. И чувство сострадания тем людям, которые воевали, которые жизнь положили за наше сейчас. Вот ту жизнь, которую мы сейчас имеем. А с другой стороны, это радость, прям, которая переполняет все границы. Мужество и героизм наших предков заставляют нас сегодня смотреть на жизнь немножко по-другому. Мы преклоняемся перед геройством нашего народа и даем клятву, что мы всегда защитим нашу родину. Среди почетных гостей и участница тех событий Евдокия Игнатьевна ежесекундно рисковала жизнью, потеряла много подруг. Воевала в железнодорожных войсках, вспоминает. Не успевали ремонтировать пути, их тут же взрывали фашисты. Однажды, пробравшись на передовую, она разведала, что дороги нет, и остановила наш поезд с целым эшелоном солдат. Ты что остановила? Я говорю, пути нету. Ой, хорошо, что остановилась. Всем жизнь спасла. Тебя спрашивают, в этот праздник тебе как, грустно или радостно? Радостно. Что война кончилась. Война кончилась. И она всегда говорит, чтобы это не было. Вот, слово «война» было только в воспоминаниях. Воспоминания самой Евдокии Игнатьевны скоро опубликуют в газете. В первую очередь, чтобы о тех страшных событиях знали дети. Они самые активные участники митинга. Поют песни, танцуют, рассказывают стихи о войне. После концерта сотрудники предприятий Тугнуйского региона организованной колонны отправились по улицам горняцкого поселка Саган-Нур. Песнями военных лет под гармошку они присоединились к основной колонии жителей поселка, чтобы вместе пройти бессмертным полком. Алевтина Дармаева, Евгений Павлов. Новости дня. Мухаршибирский район.